Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Старый сибирский циклон теряет активность и заполняется на севере. А к Уралу с запада подходит новый циклон, который принесет на юг Сибири перемены погоды с волнами тепла и холода. Далее более подробный прогноз. 14 сентября в Новосибирске днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура плюс 3,5 градусов, в дневные часы 10-12 тепла. Теперь прогноз на последующие двое суток. 15-го временами дождь. Ночью плюс 2,4 градуса, днем температура поднимется до плюс 16-18. 16-го без осадков. В темное время суток синоптики прогнозируют плюс 6,8, в дневное время ожидается плюс 22-24 градуса. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю хорошего настроения в любую погоду.